Так, четвертую, блин, третью. Третья вполне выполнима. Пятое говно. Что здесь? Остаться нетронутым. Попробуем. Бабла тут явно меньше падает на первом уровне. Музыка как в играх, не знаю, 80-х. Так, осторожно, ракеты. И снизу нельзя лететь, потому что снизу могут напасть, куда-то справа вылететь с экрана, или по центру, или еще откуда-то. Всегда надо держаться где-то вот здесь, чтобы видел со всех сторон. Где же я напортачил в прошлый раз, что в меня вмазались? Или пульку поймал. А может быть, какую-то карточку нес и игнорировал все. Жду третью часть, блин. Не знаю, что-то правая взорвалась. Я вроде бы и не стрелял в нее. Кстати, по-моему, в этой части появилась возможность двумя ракетами пулять после какого-то апгрейда. Так, вроде все неплохо. Так, босс. Босса я смутно помню. Смотри, он, кстати, ящик какой-то. Хотелось бы его подстрелить, да? Боюсь, это плохая идея. Опа. Не, никак. Так, ракеты вроде бы, да, будут?
Блин, это у другого босса ракеты. Я в перепуге. Наверное, сейчас будут ракеты. Я буду на своей половине, туда особо не хочется. Вот тут-то ни хрена себе повернуло. Взрываю его, взрываем к черту, не знаю, что он там еще будет делать. Не будем рисковать. Фух, выполнил. Так, я уже обогнал этого разработчика или нет? Нет, не обогнал, но он близок. Так, блин. Апгрейд. Да, нифига себе, сколько здесь уровней. И то, мне не хватило их. Помню, на смартфоне, как бы я круто не раскачивал свой самолет, этого недостаточно. Так, четверочка, пятерочка. Что-то в четверочке все плохо. Может, семерочку? Давайте семерочку. Семерочка на изи, которая. Попробуем всех спасти. Эх. Ну все, в баню. Спасаем. Спасаем и желательно остаться не коцанным. Ух ты, ёперс, это что-то я не ожидал такого. Поворота, возможно, мне туда еще слишком рано. Так. О, магнит. Гениально, блин, ё-моё. Что здесь? Убить всех? Я ведь его почти прошел, меня босс вынес. Теперь можно выполнять все цели одновременно. Блин. Спасение человеков — дело рук самих человеков. Черт, тяжко все цели за раз выбивать. Блин, меня покоцали. Ну это ладно, фигня. Хрен с тем человеком. Блин, ё-моё. Ё-моё, просрал. Вот обидно. Эх, за двумя зайцами погонишься, да?
Ладно, хоть деньжат наберем. Карточка бы выпала какая-нибудь, было бы приятно. О, это что-то интересное. Напарник, по-моему. Угу. И каждый раз разный, в зависимости от того, какого цвета вы кубик подобьете. Удобно проходить миссию. Раньше даже выбрасывала. Миссия номер 5. Напарника на щит натравляешь. Щит снимается, ты дальше летишь и всех убиваешь, ну, пулями своими. То поначалу из игры даже выбрасывало. Они не готовы были к такому. Разработчики. Что выпадет напарник. Да блин, дай подлететь, а? Вот впервые увидели напарника. Странная эта штука. Пустую силу магнита. Так, а могли бы мне за напарника и достижение какое-то дать? Ангар, тут я, конечно. Главное оружие можно бесконечно усовершенствовать. Может, магнит несколько раз. Их чуть-чуть не хватило, и магнит бы был первого уровня, скажем так. Блин, ну что же я тут так застрял, а? Тут эта хрень спасти всех человеков, или нет, или что это? Ну да, здесь всех убить что-то не получается у меня. Семерочка вообще жесткая оказалась. Прям я даже не знаю, насколько, что здесь... А, новый этап не появляется, пока я не пройду там 9 или сколько-то там режимов. Чёрт побери. А ну давайте пятерочку пройдем на харде. Что здесь? Соберите 100% з. Так, попробуем. Ну как я тут обойти никак. Остаться нетронутым, ну-ну. Видите, явно тут что-то задумано.
Так, не знаю, наверное, начну со спасения всех людей, потом будем звездами заниматься. Вот магнит прокачался, это уже приятно. Все стали побыстрее стрелять, побольше. Да иди ты в пень, блин. Еще бы какую-то штуку, чтобы эти побыстрее подбирались. Оп. Ого. Тут и так не сладко, еще ты, блин. Хреновина, а? Так, человеки. Блин, кто-то в меня попал. Что-то я не обратил внимания, но кто-то меня коцнул. А, стреляет, как будто, блин, знает наперед, куда я буду лететь. Тут явно можно лететь и стрелять. Смотрите, сколько здесь всего. Сколько здесь всего неуничтоженного. Блин, ну что здесь происходит вообще? Ё-моё. Эти такие не работают. Наверное, они еще когда-то включатся. Сюда надо влетать с таким вкачанным магнитом, чтоб прям ух. Так, аккуратно. Что-то слишком много тут выстрелов. Так, что я выполнил? Одно попадание было 50%. Отняло. Так, неплохо. Опа-опа, и так сходу раз. И я уже на четвертом месте. Что ж, Дарт, я иду за тобой. Медленно, но уверенно. Хорош, это было неплохо. Хочу апнуть магнито. Тут я, блин, не знаю. Хряк его знает, что еще тут можно... Да уже не хватает. А, не, хватило. Так. Так. Блин, ну тут меня кумарят. Этот уровень, сука, блин. Так, что здесь за беда? Уничтожить всех. Так. Я думаю, я уже достаточно крут, чтобы всех убить. Вот этот самолетик, вот это дело. Сейчас я всех спасу. Great.
Вот это видите, здесь еще бомбы всякие есть. Тоже их тащить надо по всему уровню. Вот дерьмо. Хрен вам, я всех спасу. И всех убью. Я выполню все за раз. Так, пока цель достижима. Супер. Прикольная штука, я на мобилке не пользовался этим напарником, скажем так. Так, я хочу выполнить все за один раз. Правда, знаете, сколько очков дадут? Ух, немерено. Да еще и временная карта. Это значит, еще 15 минут я буду в это играть. Стоять. God, light, light, light. Так, теперь босса завалить. Если я еще не покоцаюсь, вообще будет супер круто. Так, спокуха. А, видали? Имеет смысл выносить ту штуку первой, ёлки-палки. Надо будет запомнить на будущее. Пушку выносим первой, тогда она не поворачивается. Вот это круто. Вот сейчас я в рейтинге нифига должен подняться. Все выполнил за раз. Еще какую-то карточку притащил. Увеличенный урон от лазера. Угу. Вот это круто. Так, если бы еще все звезды забрал, это вообще было. Что? А оно типа не дернулось? Типа я настолько крут, что... А может и изменились результаты, а я просто на той же позиции остался? Увеличенный урон от лазера, ну такое. Пушки, 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 магнит не надоел. Может ракетку немного поусовершенствовать? Ну дорого стоит. Миссия 2, блин.
Так, сейчас я гляну, ребята, сколько времени. О, уже пора ребенка кормить. Как сказать, пора. Можно. О, какая-то полезная фигня, по идее. Все, теперь надо постараться ее донести. А, точно, донести. Тут же та дурная пушка. Все, забиваем на все. Где она, блин? Или она чуть позже будет? Забиваем на все и несем на базу то, что я подобрал только что. Часть самолета. Какого цвета вам нравятся напарники? Может, красненький? Красненький, по-моему, неплохой. О, нет, какой-то не такой. Тоже тупые-тупые. Взрываются, на пули летят. Опа, офигенный напарник. А вот те, братюни. Обычно начинаю всегда с правой, но сегодня у нас исключение и начал с левой. Эти сраные ракетчики, до свидания. Блин, мне блазер какой-нибудь. О, да я уже маслаю так, что... Что мне особо ничего не надо. Блин, еще. Черт, меня покоцали. Ну, у меня уже цель всех убить. Добраться непокоцанным — это в будущем. Так, босса, по-моему, здесь нету. Неплохо. Так, еще какую-то запчасть. О, отлично. Восемь лимонов. Вот так легко. Ракеты, блин. Ничего не вкачиваем. Так. Пятый, фу, пятый, скучный уровень. Второй, блин. Как же меня кумарит эта фигня с боссом. Как ее пройти?